Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Доброе утро, друзья! Вот такое у нас солнечное утро. Солнышко в ленту всем. Так, подошли мы к огородику. И какие у нас изменения? Укропчик радует. Редисочка растет. Подсолнух. Красотунчик. Наша клубничка. Ну, а все. Это уже не спасти. Лучок растет, прям ему хорошо после того, как пересадила. Спасибо огромное за совет. У нас, друзья, белые ночи. Прям светло-светло по ночам. Сейчас вам покажу, как у нас в 5 утра, смотрите. Хочу вам показать, какое у нас небо в 5 утра. Вот, смотрите. 5 часов, 3 минуты. У нас белые ночи. Белые-белые ночи. Ветерок, солнце уже на всю сияет. Так, иду делать кофе. А вот смотрите, там сейчас я немножечко приближу, какая тучка идет с той стороны. На сегодня обещают дождь после обеда. А после 10 часов обещают ветер. Видите, вот надвигается на нас дождь. Спасибо огромное, друзья, за вашу поддержку, за ваши комментарии, вопросы, советы. Всем очень-очень благодарны. Пойдем, Шекелюш. Вчера купила новый пакетик семян с редиски. Иди сюда. Так как посмотрела, мы всю редиску тогда высадили. Я, оказывается, один пакетик покупала. Вот. А редиски еще хочется. И хочу попробовать посадить ее, как мне там в комментариях написали, в ячейки, в яичные ячейки. Я посмотрела в Ютубе, как это делается, и тоже хочу повторить, попробовать. Спасибо огромное за ваши подсказки, друзья. Прям очень выручаете. Так, что еще? Вчера у нас был первый день летнего лагеря. Ну, как сказать, мы учим, продолжаем учить норвежский между собой, пройденный материал. Нам учитель все оставила, все брошюрки, схемы, вопросы, и мы друг другу задаем, отвечаем, рассказываем по картинкам. Ну, это часть времени, да, и часть времени у нас было, вот, мы играли в разные игры, очень понравилось. Ну, мы разделились на группы, каждый занимался тем, что ему интересно, да, как он может пользоваться норвежским языком. Мы с ребятами играли в крокодила. Очень интересные карточки. Там было написано по-норвежски, по-украински. И мы должны были показать картинку, сказать на норвежском языке, что это, ну, как не именно что, а чтобы угадали ассоциации. Ты вот выговариваешься. Вот. И показываешь жестами, и когда тебя понимают, да, кто там выиграет, даешь карточку. Нам очень понравилось. У нас с Артуром было по 11 карточек, и еще у одного одноклассника, по-моему, 13, вот он и выиграл. У других было поменьше. Ну, очень приятно. Вот. Что у нас будет сегодня, какие планы, пока не знаем. Вот, посмотрим.
Но каждый день, как нам учитель сказала, мы должны репетеры. Нам надо выговориться. Мы смотрим на предложение, мы его уже можем прочитать по-норвежски, даже не просто предложение, а текст. И даже понимаем без переводчика, о чем речь идет, но это легкие предложения. Вот, чтобы вы понимали, прям все мы не знаем. Вот, понимаем, о чем речь. А вот трудность в том, чтобы правильно составить предложение и задать к нему вопросы, и чтобы на них ответить. Вот, поэтому вот это у нас будет и практика, задавать вопросы и отвечать. Будем учиться разговаривать, чтобы, как учитель говорит, чтобы это вышло уже в автомат, как у нас, да, с родным языком. Тебя спросили, как зовут, ты ответил, откуда, и, ну, и все. Немножечко отвлеклись на наши утренние дела. Ветерочек поднимается. Кстати, да, у нас еще сегодня ветер обещают такой более сильный, больше 40 метров в секунду после 10 часов. Сейчас у нас 7 утра. Пошли, малышек, пошли. Мы вчера с Шекелем вышли на прогулку. И смотрите, какое красивенное облако мы увидели. Просто вот ассоциация. Не знаю, как у вас. Напишите свою ассоциацию. Знаете, когда смотришь на облако, один видит одно, другой видит другое. Я увидела вот это. Вышла с Шекелем, друзья, на вечернюю прогулочку. Солнышко светит, у нас ветрено. Смотрите, какое я увидела облако. На крыло похоже, правда? Крыло ангела. Очень красиво. Такое небо чистое. И вот такое необычное облако. Шекелюшкины друзья. Привет, привет! Привет, привет! Привет, привет! Ой, 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 друзья, твои друзья. Все, пошли, пошли гулять. Смотрите, друзья, немножко прошли дальше. И вот ниже этого крыла вот такие два облака, как будто перышки оторвались от крылышка. Вот видите, прям перышко-перышко. Догони, догони, догони. Вот. Интересно будет почитать комментарии, что вы увидели в этом облаке. Так, а мы идем с Шекелюшкой дальше гулять. Все, а вам, друзья, желаем дальше приятного просмотра и хорошего дня. Мы вот приехали, поставили машину. А здесь на площадке, смотрите, к нам приехала Шапито. Будет детям аттракционы, развлечения. Сейчас покажу. Это на выходные дни. Карусельки. Ну, посмотрим, если они до конца недели установят, все покажем. Там вон паровозики всякие. Качели-карусели. Все, идем. Учение свет, а не учение тьма. А здесь просыпаешься, везде свет. Белые ночи. Да, а потом зимой белые, темные ночи. Да. Зимой учиться не будем, да? Надо выучить, успеть за лето. Ну да. А здесь смотрите, какой отлив. Мы вчера и шли, такой прилив был, прям вот под сам берег. А сейчас отлив, видите, водоросли. Ну, красиво смотрится. И вот там фьорд. Ну, правильный, такой. Я бы сказал, пролив. Потому что фьорд пролив. Это залив, а у нас пролив. Ну, пролив, так пролив. Такое небо сегодня красивое. Одни облака стоят, а одни плывут, видишь? Да. Верхние облака стоят, а нижние плывут.
окажется наоборот, да? Решили с Артурчиком покушать еды из Макдональдса, приготовленные как бы в домашних условиях. У нас 4 бургера, картошечка. Все, закрываем. Выше поставить? Давай, да, выше поставим. Чтобы картошки было, да, больше места для запекания. А потом их поменяем местами. Еще немножко картошки осталось. Мы купили вот такие булочки для бургера. Сейчас все приготовим и потом покажем. Ой, бургеры уже отличные. Да, теперь сейчас картофан немножко переставим. Надо, чтобы он поджарился на верхушку, да? А что на верхушку? Чтобы верхушка зажарилась. Ну, мы потом переставим, пока будем собирать. Пока будем собирать этот самый, сейчас я хлебушек положу, чтобы он у нас поджарился. Бульки. Бульки. Так, да, так. да, вот так резаным вниз. Точно, уверена? Ну, чтоб полосочки же были, че не? Ну, смотри. Мы так никогда не делали, ну, ладно. А как мы делали? Всегда ложили вверх и масло сверху. Ну, масло не будем ложить. Мне что-то с маслом так не супер-пупер. А без масла сделали вкуснее. Можешь сделать и так, и так. Переворачивать. А котлеты же уже готовы. Котлеты готовы. Так, может быть, давай поменяем местами сетку наверх, потому что там жарче. А котлеты готовы, пусть будут в середине или уже... Вот как с ней бороться? Вот объясните мне. Нет, не надо со мной бороться. В маленьких. Я маленькая. У нее на 2 минуты... Мнение меняется 15 раз. Как? Ну, напишите, друзья. У вас тоже так? Я думаю, так. Женская логика необъяснима. Не надо вот это сваливаться на женскую логику. А какая у меня логика? Мужская? Я так по-мужски так. Гамбургера хочу и картошки фри. И че кулаком по столу. Да? Так, а мы тут... Машинку загружаем, посудомойку. Так, смотрим, все ли. Купленную посуду, что надо помыть. Да. Ух. Так. Отлитосы уже готовы. Все, вытаскивай. И хлебушек уже готов. Ну, уже главное, чтобы хлебушек был теплый, правильно? Угу. Так, это... Вниз. Не попутать просто. Который у нас сегодня кук. Кук. Кох, а не кук. Кука. Потому что аборигены съели кука. Это на самый верх. Еще выше. Угу. Там быстрее поджарится. Аборигены съели кука. Так. Не, я сюда перенесу. А, ну давай, чтобы буду заглядывать секретики. Тут секретов. Какой еще такой секрет? Секрета никакого нет. Вот так вот смазываем соусом. Неважно, у нас кетчунес. Можете любым. Можете, можно горчицы еще добавить. Можно просто кетчуп с горчицей. Можно майонез с горчицей. Но у нас тут 3 в одном. Да, но у нас тут... Ты разве горчицу уже? Да, сюда? Конечно. Тогда у нас... То, что Вика купила. Вика, спасибо большое. Тогда у нас горчичек и чунеснет. Как-то так. Вот, смазали. Там напишут, что это, ну, как бы вредная еда, все такое. Но... Раз в год можно. Нет, ну как вредная? Во-первых, в духовке. Вот эта котлета 99% говядины. Вот. Так, забираем. Сыр, огурцы, все, что ж мы ж едим. Так. Ой, ой, ой. Там вот эти вот железки, так они вообще, да? Угу. Так, идем.
Идем обратно. Приезжаем. Включаем свет. Ой, какие берем коклетосу. Очень вкусная. Опять, наверное, не туда. Туда? Вот да. Верха у меня здесь. Ароматище. И вот такие котлеты, 150 грамм одна котлета сырая. И она как раз вот тут зажаривается и подходит под размер булочки. Вообще класс. Переезжаем обратно. Класс. Видите, как на кухне удобно. Тудым-сюдым. Раздачный цех. И сырочка. Сырочка побольше. Сразу на горячую котлетку, чтобы он растаял. Да. Мы с Артуром глотаем слюни. Сейчас у нас уже начало четвертого, а мы только завтракать собрались. Не, мы завтракали, мы кушали. Я кофе пила, Артур чай. И что мы ели? Чуть-чуть, как колбаса, сыр. Да, я забыла просто. Вот эти начинают подтаивать. Ну, ничего, если там останется. Ничего не останется. Ничего не останется. Тогда сюда доложи. Пусть нам будет сегодня все очень распихаем. Вкусно. Помидорчик, видите, как тоненько порезал. Да, я же говорю, кукинкок. Вот что значит хороший нож иметь в семье. А хороший нож в семье – это муж. Да. Кто согласен, ставьте лайки. Мы посмотрим, сколько у нас будет лайков за хорошего мужа. Без сомнений. Огурчиков шведских, малосольных, вернее, консервированных. Кто увидит вот такие огурцы, может быть, у кого-то в городе будет продаваться в турецком магазине, да? Сейчас вам покажем этикетку. Огурцы просто. Пальчики оближешь. Ну. Увлекся я огурцами чуть-чуть. Тетрис не сложился. Ну да, тут там много, там это. Все, вот один, так подвинуть. Один верни. Вот сюда. Сюда, да. Все, отлично. Все. Отлично. И теперь вот так вот. Оп. Чики-тука. Нам даже так больше понравился, чем с листьем салата. Салат вообще не катит сюда. Все. Все, друзья. Ну, приятного аппетита. Красота. Сейчас и картошечка будет готова, и садимся кушать. Все, картофан готов. Наталья Романовна сейчас будет тут делать волшебство. Сейчас будет. Сейчас мы перейдем. Картошечка, да, нормально получилась. Сейчас я рукой закрываю. Отлично. Отлично. А бумагу еще второй раз можно использовать. Да? А ты найдешь место или нет? Для... Она горячая, и я не знаю, чтобы мне так притулить. Вот. Так. Подсаливаем. Там я спрашивала совета, когда подсаливать. Она говорит, ну так и подсаливай. Один был комментарий, что солить в этом, в духовке. Соль быстро расходится. Кстати, можно на картофанчик посыпать еще овощные приправы, вот эти соленые. Ой, да, там мне писали в комментариях, что там, где продается картошка, есть какая-то специальная... Ну, мы купим посыпочка. В следующий раз. Да, это ж мы купили картошку, но мы не видели еще. Вот так у нас красиво. Красота, смотрите, просто красота. Ой, слюнки. Так, и кока-колу давай поставим. Давай уже, ну не кока-колу, а... Кола-какола. Местная кола. Тут уже такое, чуть-чуть. Ну, давай, Наталья Романовна. Снимай пробу. Картошка. Тече. Ой, а как мне? Булочка поджарь, слышишь хруст? Слышу. Я когда клал ее... Вкусно, очень вкусно. Просто бомба. Mm.
Сейчас, мы же обещали огурцы показать. Сейчас. Вот эта баночка с огурчиками. Мелис. Смотрите. Очень вкусная. Инглан корнишон. Всем советуем. Ну что, мы продолжаем кушать. Давай, Наталья Романовна. Еще раз? Да. Покажи свой зверский аппетит свой. Я же покажу твой зверский аппетит. Иди сюда. Давай, залазь. Опа. Сейчас покажем зверский аппетит. Да, Шефелюша? Возьмем вот этот. Приятного аппетита. Пожирнее и погуще. Мне понравилось, что булочка именно вот так зажарилась, а не внутри. Супер. Очень вкусные. Булки вкусные. Просто. Все. Все, кто с нами кушает. А еще вот так вот. Вот так вот. Макдональдс отдыхает. День удался. Да. На улице солнышко. Погода отличная. Сейчас покушаем, пойдем на рыбалку. Спасибо, что этот день были с нами. Кто хочет на рыбалку, готовьтесь с нами на рыбалку, собирайте вещи, чаек, кофеек, да. Садитесь поудобнее, и рыбалка на диване будет у Артура. Всем приятного аппетита. Все, пока-пока. Мира и добра. Хадебра.